В Омске совершил экстренную посадку самолет из Иркутска. Причина – плохое самочувствие одного из пассажиров. 43-летнего мужчину доставили в больницу с подозрением на инсульт, но диагноз не подтвердился, и врачи разрешили пассажиру вернуться на борт самолета. Однако продолжить полет не удалось. У судна обнаружена неисправность, настолько серьезная, что «Боинг» пришлось задержать в омском аэропорту до 10 часов вечера. Соблюдение прав пассажиров и состояние самолета проверит транспортная прокуратура. В компании «Аэрофлот», которая осуществляла рейс, комментировать ситуацию отказались.